Накома! Не ходи туда. Я врала ради тебя. Не проси меня врать снова. Я должна это сделать. Он один из них. Но ты не знаешь его. Если пойдешь туда, ты навредишь своим соплеменникам. Я хочу помочь соплеменникам. Покахонтас, прошу. Ты моя лучшая подруга. Ты можешь попасть в беду. Не бойся. Я знаю, что делаю. Покахонтас, не... Я нужна здесь. Тогда я останусь. Нет. Ты должен вернуться. Не хочу расставаться. Этого и не будет. Что бы ни случилось, я всегда буду с тобой. Вечно. За излученной реки. Мои мечты за излучину реки, за излучину реки. Простите, то есть жаль, что вы это видели, но вы знаете, как это у мужчин. Необходимо с кем-нибудь разобраться, уничтожить, подраться. Как тебя зовут? Твой командир? Жан! Мулан? Гуны не погибли, они уже здесь. Ты не должна здесь быть. Иди домой. Я видела их в горах, Шанг. Прошу тебя, поверь мне. С какой стати? Разве иначе я бы вернулась? Ты сказал, что веришь Пингу. Чем Мулан хуже него? Но семья, если б я осталась, какой была, сердце им разбить могла. Кто эта девушка? Кто же ты? Дай ответ. Вуду! То есть это все из-за того, что ты связался с Человеком-тенью? Он был очень харизматичен. О, надо поменьше просить у звезд. И добиваться всего, чего хочешь, своим трудом. Работать? Ха. Но если ты принцесса, зачем тебе работать? А? О, я не принцесса, я официантка. Что? Официантка? Вот почему поцелуй не сработал. Ты обманщица. Нет, я не говорила, что я принцесса. Ты не говорила? Город, посмотрите, большой и красивый. Я не верю, что я это сделала! Матушка будет в ярости. Но ведь она не узнает, а значит, и не умрет. Верно? Если она узнает, она умрет. Как же здорово! Я очень плохая дочь. Надо вернуться. Ни за что не вернусь домой! Я не дочь, а не благодарное чудовище. Жизни! Как во сне открылось мне, что здесь моя судьба. Лишь сейчас я вижу свет, словно ночь вдруг отступила. Лишь сейчас я вижу свет, купол неба голубой. Эльза! Королева, на минутку, позвольте представить. Ханс, принц Южных островов. Ваше Величество, мы просим благословить нашу женитьбу. Женитьбу? Прости, я не понимаю. Ну, мы еще пока не обсудили всех деталей. За пару дней спланируем церемонию, потом будет суп, жаркое, мороженое. Мы ведь будем жить здесь? Здесь? Ну, разумеется. О, она... пригласим твоих 12 братьев погостить. Что? Конечно, нет, комнат много. Нет, нет, может быть, они захотят. Погоди, постой. Никаких... Но мое сердце в этот вечер. Мое сердце в этот вечер. Бьется все сильнее.
прости, но сегодня мне придется тебе отказать. Мне очень жаль. Ваше Величество, позвольте... Нет, не позволю. И вам лучше уйти. Вечер окончен. Закрыть ворота. Да, что? Эльза, нет, постой! Отдай перчатку! Эльза, пожалуйста! Пожалуйста! Я не могу больше так жить! Так уходи. Что я тебе сделала? Хватит, Анна. Почему? Почему ты от меня закрылась? Ты закрылась от всего мира. Скажи, чего ты так боишься? Я сказала, хватит!